Блестяще. Молодчина, Елена Родионовна, из Москвы. 6 января следующего года ей исполнится всего-то 13 лет. Да, сейчас ей 12. Тренируется она у Инны Гончаренко с хореографом Ириной Тагаевой. Происходит это в Москве на Центральном спортивном клубе армии. Ну, это, конечно, здорово. В этом году она выиграла кое-какие этапы Кубка России, где по кандидатской, где, где так. И тот каскад, который мы с вами увидели в начале программы, это не что иное, как Луц и Тулуп тройные. Затем также легко и уверенно она делает тройной флип. Ну и затем и аксель. Ну и после этого, как только началась ритмическая музыка, публика ее уже поддерживала не слабо. Хотя там, казалось бы, вот эти парочка артистических движений, и все. И публика покорена, и она... И Елена двигается дальше, делает вращение совершенно сумасшедшей растяжкой. И затем сразу после вращения начинается дорожка шагов, прекрасно исполненная на одной ноге до середины катка. Вот эти несколько шагов, которые она делала, все очень музыкально, классно. Конечно, когда мы говорим, что вон девушки прыгают луц-тулуп тройные, и что они делают это лучше мальчиков, конечно, здесь есть небольшая доля лукавства, потому что все-таки мальчики уже в основном взрослые и тяжелые, а девчушки-то совсем юные.